Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка зарядного устройства от AOK Turbocharger Qualcomm QuickCharge 3.0. Что, давайте откроем коробку. Внутри мы имеем инструкцию, сам зарядный блок, и внутри у нас microUSB кабель мы пока отложим. Давайте перейдем к проверке данного устройства. Включим его в розетку. Протестируем наше зарядное устройство нагрузкой. Начнем повышать проходящий ток через нагрузку. Данное зарядное устройство прекрасно держит напряжение. Повышение тока, напряжение не падает. Вплоть до 2 ампер. Прекрасный результат. Так, давайте сейчас проверим, работает ли быстрая зарядка. Для этого нам нужно подключить какое-нибудь устройство, которое поддерживает быструю зарядку. Например, телефон. Вставляем кабель и подключаем его к телефону. Как мы видим, телефон заряжается при напряжении 9 вольт, 1 ампер. Телефон поддерживает режим быстрой зарядки 2.0. Устройство, которое поддерживает быстрый заряд 3.0, увы, у меня нету. Проверить. Подведем итоги. Данное зарядное устройство может выводить ток 5 вольт 3 ампера, от 6 до 9 вольт в режиме 2 ампера, от 9 до 12 вольт 1,5 ампера. Данное зарядное устройство могу смело рекомендовать к покупке. Ссылка на данный товар будет в описании под видео.